В 2019 году Российской Академии Архитектурных и Строительных Наук РААСН был выпущен альбом «Инновационные предложения Российской Академии Архитектурных и Строительных Наук за 2018 год», в который включено запатентованное ветроэнергетическое сооружение как перспективное изобретение двойного назначения с возможностью применения в градостроительстве. Для получения доступа к краткому описательно-аналитическому материалу ветроэнергетического сооружения, содержащемуся в альбоме, на главной странице слева нажмите клавишу «Инновационные предложения РААСН», выполните «Скачать выпуск 2018.1», выделенный красным цветом. В разделе «Отделение градостроительства РААСН» альбома «Инновационные предложения Российской Академии архитектурных и строительных наук» За номерами 27-28 под наименованием «Здание, способное обеспечить себя электроэнергией в объеме 300% без внешних источников» содержится материал по ветроэнергетическому сооружению. В конце материала приведен авторский коллектив с контактными сведениями. Интересного вам просмотра!